Спортивный комплекс «Сибирский нефтяник» принимает участников 9-го всероссийского турнира по боксу класса А имени заслуженного мастера спорта России Александра Островского. Будучи высококлассным спортсменом, Островский стал высокопрофессиональным тренером. За участие в подготовке сегодня титулованного боксера Алексея Тищенко к Олимпийским играм 2004, а также за уверенную победу омского спортсмена на турнире, Островскому в 2006 году было присвоено звание «Заслуженный тренер России». В 2004 Островский стал инициатором проведения в Омске всероссийского турнира, который получил официальный статус и был утвержден Федерацией бокса России. У нас в городе самое значимое боксерское событие – тот турнир, где ребята могут выполнить норматив мастера спорта. И в основном большинство омских боксеров становятся мастерами или именно на нашем омском турнире. В этом году в ринг вышли свыше 100 спортсменов из регионов России и Казахстана. Боксеры выявляли сильнейших в 10 весовых категориях. Омскую область представляли порядка 30 ребят. Спарринги судили только высококвалифицированные арбитры. Я, вот, допустим, судья международной категории, судил Олимпийские игры. Я думаю, что когда выходят боксеры, мы, как судьи, мы должны быть объективны. Кто выиграл, тому победу отдавать. Поединки получились по-настоящему зрелищными. Соперники продемонстрировали бескомпромиссную борьбу. Объяснить рвение боксеров к победе несложно. Чемпионы турнира получают право на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России». Это маленький шаг в большой спорт. Там, на Олимпиаду, на всю Россию. Это подготовочный этап, давайте скажем так. После него стоит создавать же на Сибирь и дальше поэтапно подниматься вверх. 25 медалей различного достоинства за 4 соревновательных дня завоевали омские боксеры. Победителями из ринга вышли Амич Константин Скутин, Артем Языков, Арман Курманалинов, Илья Кондрашов, Евгений Попов, Анатолий Юрьев, Вячеслав Свищев. Наши поздравления.